Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня немецкий сервер. Продолжаем наши приключения на этом аккаунте бездонатном. В прошлый раз я вам показал, я смог добраться до адского. Без Фрейи, без мега прокачек, с маленькой силой есть возможность фармить за пределы получше. Так, открылся у нас шарик. Ребята просили показать немецкий шар. Что-то нас должно здесь удивить. Это жесть. Это реально жесть. Знаете, вот... смотришь, вот это все нормально. Вот это смотришь такое же, как у нас. У меня нету черепа. Вот нету у меня черепа на этом аккаунте. Был бы череп, я бы себе однозначно рвался за космо. Я это говорил, показывал вчера. Это печально, конечно. Нету возможности, у меня негде его получить. Но космо хотелось бы забрать, но ничего не поделаешь. Черепуля у нас нету, у нас есть другие герои. В общем, это такое. Но вот что здесь? Что это за фигня? Что это такое, блядь? Это обмены, ладно, 20 на пакет. Это куда ни шло, есть возможность обменять, тоже, в принципе, хорошее решение. Но что вот это, ребят? Я, честно говоря, в шоке. Надо, конечно, набрать еще орденов, где-то набрать 50-ка кулаков. Но у кого есть возможность просто, у кого есть, я думаю, у многих ребят есть халявные карты, плюс 50к и получить донатную, ой, это не донатная, это пятая, получить пятую карту, но здесь можно за, ну, тут, конечно, без доната это не получишь, и Мэри ты тоже не получишь без доната карту, но у кого есть донатные, они могут без проблем обменять. Три раза причем, ребят, три долбанных раза вы можете получить офигенную карту. Я, честно говоря, вот от этого вот, от этих трех строк немножко в шоке. Это просто какой-то аут, это какой-то разрыв, это что-то нереальное. Не знаю, пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, но у немка на сегодня, как по мне, самый адский, самый топовый сервак для бездоната. Ну, есть, конечно, другие варианты. Есть, я вам показал, Португалия, там Франция, но немка это просто вау. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, почему этого нету на русском сервере. Но я думаю, у многих есть вот эти вот герои в загашнике. Поменять на карту, получить каких-то определенных. Это понятная рулетка, лотерея. Вот здесь вот получить этих героев. Это реально круто. Но вот это понятно, это чисто для донатов. Но опять же, ты можешь получить недостающего героя 300к. Здесь вот... карты тоже можно обменять на карту. А, подождите, на карту ж можно обменять осколками. Чё я туплю? Это реально можно сделать, по сути. Ну, я не знаю, кто это сделает первым с бездонатом. Но если такое будет дальше, это, конечно, огонь. Это, конечно, есть стимул, и это круто. А, понятно, это не так просто выполнимо. Но тут, конечно, обмен смешной вот этот. Но вот это жесть. И вот это вот тоже жесть. Пятые сумки зефира такое, но вот это... просто аут. Не знаю. Пишите, что вы по этому поводу думаете. Это жесть, ребят. Я не знаю даже. Ну, а мы поехали. Будем развлекаться нашими нуба-героями. Будем пробовать с вами проходить локацию дальше. Адский режим. Я, конечно, фигню сделал. Что я набрал дофига таких героев сейчас. Надо было гарнизона взять. Да ладно, поехали. Поехали, будем испытывать судьбу. Посмотрим, сможем ли мы зафармить все-таки Мэри. Это очень интересно. Смогу ли я вообще ее фармить здесь? Хотя бы первый этаж.
Ронины опасны, кстати. Анубиса ушатали нашего. Попробуем отсюда зайти. Но я, честно говоря, в шоке с этого обмена. Я с этого обмен, наверное, самый крутой. И это самое крутое, что могли, что я когда-то видел бы, ну, для бездоната, что сделано. Нереально круто. Конечно, это нереально недостижимо, но есть к чему стремиться. И это стимул какой-то для бездонатов. Ну, конечно, нереально собрать. Ну, дуэлянта, ладно, еще у кого-то, возможно, осколки. Но мэр, я думаю, вряд ли кто-то сейчас собрал так быстро. Это еще нереально. Но если такое будет дальше, это просто... Вот это просто кайф. Как по мне, это для бездоната просто подарок. Итак, ребят, тем не менее, мы первый этаж фармим более-менее нашими нумба-героями. У нас это получается. Без прокачек. У меня герои вообще здесь не вкачаны, и у нас хоть что-то оно получается. Да, тут уже посложнее. Минотавра не добили. Так, идем на отхил. Ну, первый этаж пройден. Что я могу сказать? Для тех, у кого небольшая сила. Локация. В кайф. Да, это жестко. Такой шар, конечно. Ого, нифига себе. Это как нас так ушатали быстро? У меня попыток нету. Вы что, издеваетесь? Жестко, смотрите, что они творят. Так, отлично. Начало есть. Ай, землеройка. Сейчас нас жестко поимеют. Офига себе, мой Ронин остался один живой. Так, не посмотрел, я поспешил. Давайте заберем пакет. У нас места не хватает, как всегда. Блин, как мне черепа не хватает. Сейчас я бы сейчас все рвал, чтобы получить космо на этом аккаунте. Вот реально ради космо. Можно было бы и квесты делать, и думать, как самоцветы получить. Но, к сожалению. Так, пробуем. Самое главное, землеройку заблочить. Остальное фигня. У меня не прокачаны здесь просветы, у меня нету здесь эмблем никаких. То есть я просто чисто героями 140 левела. Сейчас, как видите, фармлю. Стараюсь зафармить. Более-менее у нас вроде получается. Тут еще решают, я вам скажу так, у кого есть хорошие суперпэты, однозначно их качайте, они вам очень помогут. Так, ну тут уже посложнее у нас все идет. Ну, пока пробуем. Ай-яй-яй, жестко нас разобрали. Ну, шанс есть. Я не скажу, что прям все так плохо. Но шанс очень даже ничего. Просто не основным еще составом. Сейчас попробуем еще, думаю, рекламу посмотреть. Ну, не знаю. Я, честно говоря, в шоке от такого шарика. Это, конечно, жесть. Так, смотрим. О, герои меча и магии. Блин, хочется героев поиграть.
Реально, может это сделать стримец. Я давненько уже, давно уже не играл их. Я уже даже забыл, как их играть. Хорошая идея, кстати. А, такс, отлично. Поехали, делаем команду. Пробуем еще разок пройти. Я надеюсь, мы сейчас затащим. Очень на это надеюсь. Мы их немножко подбили. Или нет? Не, не подбили. Наверное, нас сейчас разгребут. Не, вроде нормально. Держимся. Отлично. Красавчики. Ну, надо делать прокачки. Но, как видите, даже с такими прокачками мы кое-как дальше проходим. Да, дальше у нас либо 600 самов. Не хочу их тратить. Ну, в общем, первый, второй этаж, думаю, реально будем пробовать... В дальнейшем это проходить, но шансы есть. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.